Он с детства был заметным, шутит, вырос от обиды. После нападения хулигана вдруг вытянулся на 20 сантиметров за год. Большой артист. И по размаху таланта один из самых мощных в труппе Московского художественного театра имени Чехова. Сегодня несколько штрихов к портрету Дмитрия Назарова. Он почти не дает интервью. О работах в кино, которые принесли народному артисту народную любовь, не говорит и вообще с порога предупреждает. Легко с ним не будет. Светлана. Светлана, Алена. Ну, Алене повезло, что она не будет мне задавать вопросы. Я думаю, что это не столько вопросы. Надеюсь, что это просто беседа. Если получится. По крайней мере, мы к этому стремимся. Хочется оттолкнуться от повода для нашей встречи. Это сказка «12 месяцев». Я вот когда перед концертом смотрела на этих детей, которых очень много было в зале, которых еще в жизни все впереди, как у нас любят и принято говорить. И думала о том, что эту сказку Самуил Маршак написал в 43-м, по-моему, году для МХАТа, в котором вы уже служите почти 20 лет. И еще, когда мы готовились, я вдруг подумала о том, что это главная героиня, фактически родная сестра, как мне кажется, Золушка, по ощущениям каким-то. И балет «Золушка» был написан тоже во время войны, известно, Прокофьевым. А на основе сказки «Перо» Шварц написал свой известный киносценарий. Как вам кажется, почему художники того времени вот к таким героиням обращались вот именно в тот период? Какая разница? Сказка и сказка. Из грязи в князи за какие-то определенные поступки. Наши идеологии вообще построены на этом. Терпи, и тебе воздастся. Да. Ну, ничего не изменилось же. Ни в нашей стране, ни в какой другой. Такое христианская необходимость терпеть, ходить в дырявой одежде, мерзнуть. Потом совершишь какое-то доброе дело. Тебя пожалеют сильные мира сего. Чего-нибудь тебе подарят. Главное, ты терпи. Вон как, удивился солдат. Значит, ты сирота. То-то одежка у тебя второго срока, верно, насквозь продувает. Да, ничего, я привыкла, сказала падчерица. У нас же дети воспитываются на этих сказках. И они сталкиваются потом с несправедливостью очень часто. Конечно. А дети очень остро это воспринимают обычно. Да ну как? И вы были ребенком, и я ребенком. Все это остро воспринимали. Еще раз говорю, если это религиозная догма или сказочная, с ней можно смириться. Если это догма власти, правительства, ну, я с ней не могу примириться, и ни один ребенок с ней не примирится. Когда вы ощутили некую несправедливость вот первую в своей жизни? Полно и давно. Но это же часто связано с детством. Мне кажется, что мы очень остро. Ну, может быть, у вас какие-то есть. Все наши комплексы из детства у вас больше, чем у меня. Да, вы думаете? Ну, такое ощущение. Да? Не знаю. Но я подумаю на этот счет после интервью. Меня как-то царапнула вот эта история, когда вы рассказываете, что вы занимались художественной самодеятельностью, в какой-то момент из-за того, что у вас было много троек, вам запретили в ней участвовать. Вот вы же ощущали тогда чувство некой несправедливости, нет? Да, и в отместку я стал учиться еще хуже. Моя позиция была в тот момент такова. Моя занятость, смотрите, в любительском театре, который был в школе, при школе, никоим образом не влияла на мою успеваемость. Чтобы сделать, доставить мне неприятное, ну, было принято такое идиотское решение не пускать больше меня в этот театр. Ну, я отреагировал по-своему, так как я по жизни и дальше реагирую. Вот тогда я стал учиться плохо. А до этого я учился нормально. Все, что происходило на уроках, у меня было 4-5. Все, что домашние задания, это было 3-ки. Это и к театру не имело никакого отношения. Ну, это какая-то другая. Я жалею об этом. Но это театр был в этом не повинен. Сейчас я по уши в театре или там в кино. Но у меня хватает времени на все то, что мне интересно. То есть в тот момент вы не хотели смиряться с этой несправедливостью? Да. Это была такая форма протеста против меня? А когда вы рассказываете о своей маме,
Мне кажется, что эта история тоже до сих пор как-то так в вас отзывается. О том, что ее не приняли в театр Натальи Сац, потому что она не смогла прикинуться, как вы сказали, я цитирую, бабой-ягой, потому что она постеснялась. Да, и всю жизнь жалела. Да. Когда вы узнали эту историю, она же вам, наверное, ну как-то дома в какой-то ситуации об этом рассказывала, вы тоже ощущали обиду за нее и несправедливость? Какая обида? Она сама виновата. Да, то есть в данной ситуации так. Какая здесь обида? Угу. Это очень сложный такой шажок. Взять и перешагнуть, и прикинуться тем, чем ты не являешься, чем ты не владеешь. Это профессия. Это очень сложно. Я помню, когда меня пригласили в театр «Сфера», так я в малом театре был, а «Сфера» – круглый театр, зрители вокруг сидят, угу. 250 человек, небольшой театр. Ну, тебя видно со всех сторон. Мне нужно было, они уже не первую неделю репетировали, влиться и играть иноходца Гульсары, лошадь. Хотя я уже сколько-то лет в малом театре проработал, но так кругом чужие люди, совершенно незнакомые мне художественные руководители, Еланская Екатерина Ильинична, партнеры, мне дали в руки канат с моей рукой толщиной, ну, имитирующий хвост. Ну, давай, крути над головой и вот пой вот это вот то, что Бачурин написал. Я стою наверху лестницы, надо сбежать вниз с этим хвостом. И тут Еланская сказала, давай, как в холодную воду, ныряй. И я нырнул, и понеслось. И было все здорово, и это был очень хороший спектакль. И роль у меня была хорошая, и все получилось. Без слов, я, насколько помню, вы говорили. Я, конечно, не видела этот спектакль, к сожалению, но ну, вы мало рассказывали. Кто видел, он не снят на телевидении, поэтому... Ну, это такова судьба спектаклей театрального действия. Они уходят, и как поэзия или музыка, живопись не перешагивает через столетия. Это грустно, но, тем не менее, оно остается там в памяти зрителей, в твоей личной памяти, в биографии, в твоем опыте и так далее. Но вот мама не смогла нырнуть в холодную воду, или не нашлось человека, который бы ей подсказал, давай, ныряй в ледяную прорубь и вперед. Она бы это сделала, но не сделала. Да. Говорили о том, что вы с ней играли, а она вас просила, ну, это что-то вроде крокодила, да, просила что-то изобразить. Все, что угодно. Да? Да. Да не важно, что. Камеру, журналиста, художника, дом, фотографию, крокодил, слона, не важно. Она в уме как-то вот разминала, развивала, чтобы я совершенно этого не стеснялся. Кончил я последнюю сцену, выхожу за кулисы. Николай Рыбаков тут стоит. Положил он мне руку на плечо. Ты, говорит, да я, говорит, умрем, говорит. Лестно. Я, кстати, в нескольких редких, скажу честно, программах видела... такие моменты, когда вы вдруг включались в какую-то игру, ну, когда нужно было что-то изобразить. Ну, например, с Устиновой, да, это был момент, когда вы в невидимую иголку вставляли невидимую нить. Или где-то там еще в каких-то программах, но мне просто хотелось вас наблюдать в разных ситуациях, все, что могла, я смотрела. И я заметила вот эту пластику, которая, как мне кажется, сегодня у актеров уходит, да, когда они могут копаться в тексте, разбираться с режиссером, но вот так включаться вот в эту игру, сегодня, мне кажется, это какая-то уходящая вещь. У нас это называется вещь. Пропущен первый курс. Да? То есть человек поступил и первый курс дурака валил. Он пропустил все эти упражнения на память физических действий, на воображаемые предметы. Пропустил, и все. И сейчас у меня есть партнеры, которые там что-то играем. Человек должен взять бутылку, открыть ее, налить воображаемую, пустую. Я не верю ему. Я говорю, старик, ты что,
Ну, потренируйся дома с настоящей. Ну, нельзя же завинчивать бутылку, когда ты ее открываешь. Ну, хотя бы это ты можешь понять? Ну, да, это пропущен первый курс. Я права, что этого все больше становится, да, сейчас? Да, это, ну, это вина не молодых актеров, а педагогов. Угу. Педагогический уровень резко падает. А это сейчас? Ну, это касается всего, у нас все резко падает. Вот снимает меня оператор, а, по-моему, горизонта нет. Проверяй. Все так, видите, как все в тонус пришли у нас. Ну да, а что спать-то там за окуляром? Нужно включаться в ситуацию. Кстати, о снятых спектаклях я тогда сюда перескочу. Вы сказали вот в той же программе, довольно известной, вы сказали о том, что сейчас время поминальной молитвы. И этот спектакль, известный Марка Захарова в Линкоме, он записан. Я смотрела этот спектакль, очень известный. Вы его видели? Конечно. Я живу в нашем обществе, как и все. И, конечно, вижу, что эта жизнь у нас с вами пока такая, что, может быть, и надо встать на колени здесь и помолиться. То есть это не с произведением связано, Тьве молочник, а со спектаклем, ваши ощущения все-таки в первую очередь с литературой? Первый источник-то не Горин, а Шалом Алейхем. Да. А Горин уже переделал это, адаптировал и снабдил потрясающим своим только его горинским юмором. И я не собираюсь ни как Стеклов играть, как второй исполнитель. Не как Леонов? Не как Леонов, как первый исполнитель. Нет, я... А кто-то не хочу. Я понимаю, что заложена такая мина под названием «Сегодня плохо, а завтра, судя по всему, будет хуже. А послезавтра еще хуже». Но надо жить. Надо жить, несмотря ни на что, сквозь то мракобесие, которое нас сегодня окружает, по чернуху, неуважение к народу, к людям. Надо жить сквозь. Один полковник, мой друг покойный уже, полковник милиции, когда я подвозил его как-то в «Жигулях» в Москве, очень слякотная погода, и у меня закончился омыватель. И очень грязные стекла, и дворники только развозили грязь, и я ругаюсь. Он говорит: «Дим, ты неправильно. Не надо смотреть на грязное стекло. Надо смотреть сквозь стекло, каким бы грязным оно ни было. Если ты будешь смотреть на стекло, ты никогда никуда не доедешь, обязательно кого-нибудь задавишь или попадешь в аварию». Я понял эту гениальную простую мысль и стал смотреть сквозь стекло. И я многое стараюсь делать сквозь. Вот нам всем надо научиться идти сквозь. Вот что-то власть нам устраивает какие-то неприятности. Этого нет. Да, оно мешает, оно некомфортно. Но если ты идешь дальше, к цели, сквозь эту мерзоту, дойдешь обязательно. Вы знаете, у меня есть книга об Алексее Германе Старшем, Алексея Германа Младшего. Там есть такая фраза: он был человеком, укорененным в память. Вы себя считаете человеком, укорененным в память? В глобальном смысле, что вы понимаете, что все, что в этой стране происходило, оно в какой-то степени все равно вас сформировало, даже неосознанно, ну и то, что в вашей семье, естественно, было, и мешает это или помогает, потому что наши корни – это же и наше питание, и наша боль. Я возвращаюсь... Память – это опыт. Память человеческая устроена по-разному у всех. Вот есть, например, один знаменитый телевизионный ведущий, я забыл, как называется эта болезнь, когда ты ничего забыть не можешь. Он помнит все, что прочитал, что услышал, что увидел. Поэтому он настолько востребован. Жалко, что он не за людей выступает с экрана, а против. Когда-то был за людей. Ну, сейчас стало выгодно и удобно так. И это ему очень помогает быть аргументированным. Он приводит десятки примеров.
Но, с другой стороны, это страшная беда, потому что ему приходится по совету психологов какие-то мысли записывать и сжигать. Ну, чтобы хоть как-то освободить свой жесткий диск для чего-то еще нового, потому что ты переполняешься. Кто-то вообще ничего не помнит. Кто-то помнит выборочно. Я, наверное, выборочно помню то, что... Ну, как мы помним ожоги, свои болевые синдромы. Вот это остается, но укореняться в память – пустое занятие. Ты никогда не выберешься из прошлого. Сергей Васильевич Образцов, великий наш кукольник, мне говорил: «Дима, когда ты лежишь на диване и думаешь о будущем, ты молодой человек. Когда ты думаешь о прошлом, ты старик». Ему было, чтобы не соврать, ну, сильно за 80, может, 90 уже было. Он был очень так, с точки зрения метрики, пожилой человек. Но, он говорит, я лежу на диване и мечтаю. Тивье Молочник, просто главный герой, он же тоже мечтает. Он придумал себе какой-то... Что вы мне сыпете соль на раны? Никому это не надо, и я не знаю. Не надо? А почему не надо? А я не знаю. Сейчас такая тенденция. У хатайки всякие. Занимаемся проблемами ниже пупка. А все, что выше, вот эти все органы, главные, не востребованы ни драматургией, ни театром, ни кинематографом. А вот все, что ниже, скабрёзное, пошло. Мы сами же упустили своего зрителя. Ну, мы, я уж говорю «мы». Я, правда, в этом процессе не участвовал. Вы про театр. Да. И про театр, и про кино мы сами виноваты, когда телевидение... Ну, это сознательная акция. Телевидение было наводнено шутками, всякими аншлагами, вокруг смеха и так далее. И это очень привитивно. Думать не надо. Ну, если деталь не работает, то она ломается. Мозг не работает, ломается. Сердце не работает, ломается. Душа не работает. Черствеет и костенеет. А задача-то искусству будировать, будоражить эти детали организма. Город Тобольск. Опять этот косорукий. Витька! Собачий сын! Ты куда стену заваливаешь? Про этого героя. Он связан с тем местом, где мы сегодня находимся. И вы тоже говорили, что в одном из интервью, что вот нужно у него учиться тому, что это у него была та мудрость с оттенком хитрости. Вот, то есть он делал свое дело вопреки каким-то обстоятельствам. То есть строил этот Кремль в Тобольске. Обязательно, да, Назарова рисовать улыбающимся, да? Иначе не воспринимается Назаров, кроме как веселый шеф-повар из кухни. Но я сквозь листочек вижу, во что вы... Я понял. И вот, видите, вот я говорил не об этом, о Ремезове. Я говорил, что он с хитрецой, с юмором, что он живой, объемный, совершая поступки, и даже, может быть, и подвиги, и отдаваясь всецело новой науке, картографии в том числе, способный делать руками все. Он не просто мастеровой, а человек более объемный, видящий жизнь. И при необходимости лукавый, чтобы обмануть там губернатора, чтобы не для себя, а для Тобола выпросить что-то, сделать. Просто так, дай денег. Зачем? Гагарин. Не даст, конечно. Его обмануть надо. Вот я этим не владею. Потому что, по идее, бы подойти там, к какому-то богатому человеку и сказать: дай денег на кино, потому что ты гений. И увековечишь себя этим фильмом. Не могу. А вот Ремезов бы смог. Он бы так развел этого условного миллиардера X, что получил бы деньги на фильм. А вы говорили о том, как ставили спектакль «Дядя Ваня» с Карбаускисом. И вы не скрываете, что... Я не ставил, я репетировал. Вы репетировали, да. И вы не скрываете того, что это был сложный процесс, и в какой-то момент вы подошли к нему и задали один вопрос. Вы, когда что-то нам говорите, вы думаете по-русски? Вообще я просто задал вопрос, на каком языке вы думаете? Да.
Он сказал, что в России на русском. Я говорю, окей, здорово. Тогда идем на премьеру. А почему вам, для вас это было важно? Это важно, потому что иногда было ощущение, что я говорю с переводчиком, который часть смысла сказанного первоисточником теряет. Ну, когда иностранец с тобой разговаривает, ощущение, так я его понимаю, или он не все доносит, или он, у него не хватает словарного запаса русского. Ну, поэтому мне было важно узнать, вот все, что он говорит, это все, что он думает, или нет. Да, ну тогда прекрасно. Идем тогда на премьеру. Ура! На выпуск. А сейчас спектакль, который в репертуаре МХТ находится, это «Мастер и Маргарита», где вы играете Воланда. И когда я скажу, тоже не буду скрывать, создавать иллюзии, я не видела этот спектакль вживую, но видела довольно продолжительные фрагменты интервью режиссера, это тоже иностранец. И комментарии, когда ты изучаешь, и отзывы зрителей, они очень часто пишут о вас. Я думаю, что для вас это не секрет. И о вашей работе, в общем, из актерских работ на первом месте. Как вам работалось вот над этим спектаклем? И ведь... В первом распределении от театра я был Понтием Пилатом. Ну, потом со всеми главными персонажами режиссер разговаривал. После этих бесед он меня перевел на Воланда. Человек смертен, об этом никто не спорит. Да, человек смертен, это еще полбеды. Плохо то, что он еще иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус. И зачастую не знаю, что будет делать сегодняшний вечер. Там в разных сценах я с разными акцентами говорю. Это я спрашиваю. Вот хотите, вот в этой сцене будет так? Говорит, как это будет? Я показываю. Хорошо. Ну, там особая ситуация. Он пользовался в работе с нами венгерским переводом Булгакова. А он был очень авторизированный. Такой вольный перевод Булгакова. И мы понять не можем, где те вещи сокровенные, с которыми мы выросли. Их нет. Тогда мы настояли, чтобы он работал по английскому переводу. Потому что тот точный, тот сохраняет все, что написал Булгаков. И тогда вернулись все эти сладкие вещи, цитаты, которые сейчас цитируются. Дмитрий Юрьевич, вы тут вот сказали нашему художнику замечание, да? И вы где-то... Не было замечания, я просто понимаю, что мне так, какая-нибудь фотосессия, улыбнитесь, ну улыбнитесь. А возьмитесь за ус. Я говорю, какие вы банальные, все шаблонные, одинаковые, нелепые, как подростки. Но вам же приходится это все равно принимать или нет? Мне ничего не приходится принимать. Зачем? Если я не хочу, зачем же я буду принимать? Но вы просто где-то говорили о том, что действительно, и не отрицайте эту вещь, что когда человек становится популярным в кино, на телевидении, то это помогает ему в театре. Вы же все равно, ну, каким-то образом, то, что можно развести. Я не знаю, это когда, смотря как художественный руководитель театра к этому относится. Табакову, да, это очень, да, вот эта медийность для кассы была нужна. Но Олег Павлович же помнит то время, когда этих медийных было 2-3. Мало очень. Ну, конечно. И это вот, этого кошмара под названием телевидение, сериалы и так далее в помине не было. Какое было событие 19-го происходительства. Страна вымирала, когда новая серия была. Но сегодня это театру мешает, я так понимаю? Когда... Что мешает? Или помогает? Ну, смотря что, какая у тебя слава, дурная или хорошая. Ты медийный со знаком плюс или со знаком минус. В целом, конечно, помогает. Люди идут на известное лицо. А бывает, что настолько странная слава, что... то переломить театрального зрителя, что ты не это, что они привыкли видеть в телевизоре, а совсем другое, очень сложно. А в Малом театре была другая ситуация в отношении медийности? Ну, конечно, в Малом театре же еще этого не было, когда я был там, до 96-го года. Конечно, тогда был очень популярен там Юрий Соломин, Валерий Носик, Витя Павлов, Виталий Соломин. Конечно, они были популярны, естественно, да. Но если и не было спектаклей этих медийных лиц, как у нас говорят, обезьян, ну ничего страшного, у нас спектакль был хороший.
А вот вы говорили о хитрости, которую, в общем, не очень вам свойственна. А скажите, а Виктор Иванович Коршунов, ваш педагог, я так поняла из многих интервью, что все-таки он как-то вас к этой жизни непростой театральной пытался подготовить. И вот к тому, что нужно как-то уметь и внутри этого сложного организма пристраиваться. Это так? И что-то вам помогло или этому невозможно научиться? О покойных я не хочу ничего. Да, или ничего. Лучше я ничего не буду говорить. Поняла. Это мой учитель, все, он меня очень многому научил. Да, но его способ существования мне категорически не нравится. Закрыл глаза вот это, и думаю. О, те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли они нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут. Да люди не помянут, зато Бог помянет. Вот спасибо. Во всем мире, когда принимают на журналистику, сразу говорят, дорогие товарищи студенты, дамы и господа, ой, дамы и господа, сейчас нельзя говорить. А вы понимаете, что вы стервятники, падальщики? Вы отдаете себе отчет, в какую профессию вы идете? Да, мы знаем, что вот это мы, да, мы желтушники. Ну, тогда продолжаем учиться. Кто не согласен, до свидания. Ну, вы знаете, ведь с актерством-то тоже, с актерской профессией, я уважительно буду говорить, с актерской профессией тоже, я очень люблю... Я не уважительно, я просто говорю, как есть во всем мире. Журналистика – это стервятники, востребована народом, желтуха. Почему во всем мире в Беверли-Хилл залезают через заборы, пытаясь снять полуголую звезду? Но этот же народ в театр приходит, или другой... Другой, как правило. Вы тоже обязаны ковырять души и сердца, а не идти у них на поводу. Они должны идти за вами на поводу. Но тут у вас компромисс. Вам редактор говорит, не сделайте жареное. А вот не так. В регионе все-таки возможно. В регионе это возможно, я вам хочу сказать. Правда. Ну, то есть у нас редакторы не стоят с мечом над нами. Вот. Я не про это спрашиваю, я просто хотела сказать о том, что я убеждена, что и в профессии актера, и вообще в театре, потому что это все-таки язык, а язык он для коммуникации со зрителем, приходится об этом думать, к сожалению. И именно это, наверное, приводит к тому, о чем вы говорите, когда мы все-таки порой идем на поводу. На поводу актер зрителя, на поводу... Миленькая моя, актер здесь при чем? Актер – это исполнитель. Это тоже... Исполнитель чего? Роли и чужой воли. Мы самая зависимая профессия. Мы ничего такого не делаем сверх того, что там решило за нас руководство. Вот сегодня мы ставим комедию положений. И завтра тоже. И послезавтра, например. Ну, и вот оно распределение. А вы вшли в эту профессию, вы это осознавали? Черта, я тогда не осознавал. Ну как, ну что? Угу. А, это с годами. Ну это тоже то, с чего мы начали. А разрушение этих иллюзий даже на этом. Каких иллюзий? Ну каких? Ну это все заканчивается на первом курсе, когда ты хвастаешься и гордишься, что ты в театре. Когда начинаешь получать каждый день по балде, уже начиная со второго курса, и начинаешь сомневаться, а... Если в тебе дар Божий, и начинаешь сомневаться всерьез, вот тут уже не до хвоста, тут пахота. Надо пахать. А сомневаться приходится всю жизнь? Конечно. Вообще человек, который не сомневается, это убожество. Что это крушение надежд, что я не сыграю Петра Первого, который мечтал, или там Чингисхана. Все, уже эти роли прошли мимо меня. Или я буду жалеть, что я не сыграл когда-то Ромео. Ну, плевать, не это, так другое. Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи, вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи, в облаках трубите громко, рейтесь над землею,
пусть бежит в поля поземка белую змеёю. Ваш брат говорит: ну, зрителю ужасно интересно, как вы там вот это, как вот это. Я рад, что их что-то интересует. Но плохо, что их интересует это. Спасибо. Вот это. Который связан с 12. Этот нелепый и сам портрет, и антураж. Ну, детский выбрали с улыбкой. А? Вы выбрали с улыбкой. Здесь на меня похоже.